Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Get Even. Так, и что у нас тут? Входящий вызов. Что за херня сейчас произошла? Это по-настоящему? Я боюсь, что ответ чуть сложнее, чем ваши вопросы, мистер Блэк. Все вполне настоящее. Пока что успокойтесь и осмотритесь. Окей, ладно. Украсть прототип Корнерган? Скорее всего, да. Мы полагаем, что вас кто-то нанял. В сообщении написано Роберт. Наверняка Роберт Рамзи. Он работал на конкурентов, компанию ФДГ. Значит, одна фирма наняла меня, чтобы я обокрал другую. Не пытайтесь сопоставить всю картину, мистер Блэк. Просто успокойтесь. Успокойтесь и осмотритесь. Да, уже понял. Ясно. Будем осматриваться, ребята. Пока все нормально. Ничего вроде тут такого криминального я не вижу. Что тут игрушки-то везде валяются, а? Так, погодите. Код какой-то, ё-моё, а какой код? Я не знаю, если честно, ребят. Значит, нам сюда еще рано. Черт подери, как тут? Ага, вот. Так, давайте. Блин, тупик. Я что-то не пойму, а куда идти? Так, погоди-ка, может тут откроется дверь? Хрен там называется. Ага, вот здесь, наверное. И что нам тут делать? Чё-то я ни хера не пойму, куда... Тут тупик вроде бы. Ну да, ребята, тут трубами все перегорожено. Так что я никуда не смогу выйти. Хе-хе. Дайте-ка мне подсветочку. Так, погодите. Это что такое за следы? Я что-то не врублюсь. Какая-то размазня тут ползала, что ли? Странно все. Куда идти-то надо, а? Здесь заперто все. По-моему, я отсюда начал, если я не ошибаюсь. Бутылки, ну-ка. Да, тут заперто. Сапоги валяются. Сюда мне не пройти, да? Он здесь у нас не прыгает. Так, погоди-ка, лестница. Выход наружу, но я не могу туда подняться. Он не прыгает и, как видите, даже зацепиться не могу. Расслабьтесь и осмотритесь, блин, а? Да какого хрена, а? По кругу хожу, тут тупики везде одни. Вообще шикарно. Что делать? Я же не знаю кода. Чтоб пройти в эту дверь. Зайчик, не подскажешь мне код, а? Черт, а там что-то есть. Проход куда-то. Сюда тоже не пройти. Ну, здорово просто. Не пойму я, блин, что делать-то? Неужели там, где трубы, надо идти, а? Ну, там же не пройти. Хм. Ну, давайте еще разочек глянем. Так, тут у нас ничего не активно. Ёлки-палки, вот проход, блин. Все текет, все ржавое какое-то. Что там ждет нас впереди? Неизвестность. Так, ну здесь тупик, это однозначно уже. Сосредоточьтесь, мистер Блэк. Вы ходите кругами, а у нас мало времени. Мне кажется, я что-то упустил. Такова природа нашей памяти. Этот сканер отвечает за стимуляцию вашей лобной коры. В некоторых ситуациях он поможет вам прояснить детали. Испытайте его.
Кого испытать-то, елки-палки, блин? И каким его макаром испытывать еще к тому же, а? Насколько я понял, ребята, у меня на голове какая-то хрень стоит. Помните, которую мы как-то видели с вами на столе? Блин, я же вроде был здесь. Что такое? Сканер. F2 для быстрого доступа. Ну что ж, давай посмотрим. Так. Ну давайте нажмем, наверное, да? Вау. Это что еще за херня? Все очень просто. Мы создали программу, имитирующую ваш сканер из настоящей реальности. Он поможет разобраться с нестыковками вашей синаптической памяти в ваших воспоминаниях. Да, молодцы. То бишь, тут я могу сканером удалять какие-то предметы, рассеивать точнее. Кругами действительно хожу, по-моему, я. Такое ощущение, что я здесь уже был. А нет, нифига. Наконец-то вы сможете включить мозги, а не решать все проблемы с стрельбой. Осторожно, вы обожжетесь, если подойдете к трубам слишком близко. Обожгусь? А я думал, это просто воспоминание. Так и есть, но ваш мозг сымитирует боль от ожога, что влияет на разум, влияет и на тело. Причина и следствие. С ума сойти. Так. Ага, здесь у нас все закрыто на замок. Эта дверь, по ходу дела, тоже, наверное, да, так и есть. Значит, у меня, ребята, выбора нету. Надо крутить эти вентили, перекрывать, как говорится, пар. Только вот куда их крутить, вот это вопрос уже. Нет, все еще парит. Давайте, наверное, все в одну сторону попробуем. Так, парит еще, да? А, тут еще наверху, оказывается. Так. Нет, давайте в обратную. Вот так. Нет, в обратную. Ага, тут еще, вот так. Вау, получилось, ребята. Можно пролазить. Видите? Нет ничего сложного. Да уж, конечно. Куда далее-то идти? Ё-моё, а? Сюда, наверное. Ну, хоть что-то открылось. Что происходит? Здесь что-то не так. Да, похоже, вы столкнулись с легкой временной аномалией. Вы вспоминаете события не в том порядке. Ваш мозг просто хочет во всем разобраться. Это обычное дело. Для кого обычно, для кого нет. Что за фигня-то, я не могу понять. Слушай, мне такое впечатление, что я по кругу их хожу. Точнее, в одну и ту же дверь захожу и повторяется все время. Слушай, а за мной никто там не бежит, а? Такое впечатление, что кто-то... Да что такое-то тут происходит, а? Ё-моё, блин. Ёлки-палки, это что такое? Неужели это все по твоей вине? Это что такое лежит здесь? Ствол. Вы помните, как пользоваться этим оружием? Не очень. Почему бы вам не подойти к огневому барьеру? Ну, подошел. Ку, чтобы выгнуть карнерган влево. Ну и чё, повернул я влево. Ну-ка давай сюда. Ага. Скорее всего, помните. Что именно ты знал? Так, отлично. Где еще цели у нас, а? Нету больше? Ё-моё, да что такое-то? Пригнитесь и идите вперед.
Ну и что мне тут стрелка показывает, не пойму я. В потолок куда-то. Ага. Чё-то не пойму немного. Вот оно что, блин. И что далее? Неужели ты это все начал? Кто орет-то постоянно мне, а? Какие-то воспоминания у него дурацкие. Так. Ныкается там. Нормуль. Идем далее. За что именно ты отвечал? Ну, давай, давай, давай. Чтобы просканировать. Альт. Что-то не могу понять, а что тут сканировать-то надо, а? Ага, вот оно что. Дверь появилась, блин. Ну, что такое? Да что тут вообще происходит, блин? Я снова в здании АДС. На самом деле, вы совсем не там. Тихо. Ну-ка, давайте-ка грохнем этого чувачка. Куда пошел? Вот так. Ну, это вовсе и не человек, оказывается, был у нас, да? Опять какая-то голограмма очередная. Тихо. Тихо, тихо, ребятушки, тут... Ствол-то я не могу взять. Взял. Я не могу понять, где они тут находятся, а? Выходи по одному, блин. Что-то притихли все, а? Мне не нравится эта тишина, ребята. Еще музыка эта дурацкая играет. Процесс обнаружения. Хрен там, ничего не происходит. Ага, вижу. Вижу одного. Еще один. Ёлки-палки, он тут прям стоит. Да? Это он же? Давайте в башню ему. Шикарно. И тут началось, ребята, что за... Я думал, у меня ствол с глушаком. Йо! Тихо, 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 ребятушки, успокойтесь. Да выкуси ты, блин. На, урод. Отлично. Но это еще не конец, ребята. Должен еще кто-то выбежать. Стопудняк. Где-то здесь. Ну давай, давай, выходи. Где-то за углом там стоит, а? Пока не вижу его. Ага, вот он, просек я его. Ну высунь свою мордочку. На-ка. Что так быстро патроны-то кончаются у тебя, ёлки-палки? Давай, высунься, где ты? Блин, не вижу никого, а? Йо, вон он! Ну-ка, давай-ка. Да ну нафиг, вот так вот. Пандора плохо имитирует человеческую реакцию, которая не записана в памяти. Не испытывайте эти параметры, уберите оружие. Какого хрена уберите оружие, блин? Тут вражины кругом, а я должен убрать оружие. Нормально вы тут советы мне даете. И вот он, гад. Блин, почему в таком-то положении нету цели? Только через мониторчик, а, ребята? Что за фигня? Что за живучий гад? Собака, а?
сдох. Все-таки я его подбил. И опять эта идиотская музыка. Ствол. Подобрали, отлично. Это тоже ствол, да? Уже все, взять не могу. Так, exit, выход, значит. Ну что ж, пойдемте на выход. И... Я не понимаю, как это работает. Все кажется таким странным, но выглядит настоящим. Как и сон, мистер Блэк, пока вы спите. Лучше я, пожалуй, объяснить не смогу. Пандора пока не способна полностью имитировать поведение людей. Старайтесь не нарушать здешний порядок вещей. Каждое убийство переписывает воспоминания, а это, в свою очередь, может вызвать искажение. Здорово, блин. Я что, тут должен, блин, стелсом проходить, что ли? Так, выслеживать врагов. Ага, на карте, да, значит? Вижу, вижу точки. Ну, куда ты там спрятался? Что-то мне так неудобно с этой пушкой, если честно, блин. Стоишь прямо, она поворачивается влево или вправо. Где-то, ребята, вот здесь враги, смотрите. По карте показаны, шоркаются. Одного вижу, вон он. Давайте вот отсюда, из-под стеночки его сейчас. Ну-ка. Так, его вообще не видно. Что тут такое? О, хрена. Эта клумба выросла. Во, давайте в голову его. Шикарно. Ну, это еще не все. Тут еще кто-то должен шоркаться. Надо только его обнаружить. Пока вроде чисто. Но это... Ага, нет, вон, ребята, впереди. Где-то по коридору ходит. Вот он, вот он. Сейчас я его попробую. Где ты? Где-то тут стоит, да? Блин, это не то, это... Рекламная вывеска тут мелькает. Я думал, что... Чувачок бегает, ходит. Куда он ушел-то? Вроде бы как здесь был. Ладно, давайте поднимемся повыше. Тихо, тихо, тихо. Он где-то здесь, передо мной, да, по-моему? Так, это у нас... Просто чувак какой-то стоит, костюм, видимо. Толчок. Опа-на, тихо. Что ты там поливаешь, урод? Все, готов? Готов. Главное, они голограммы, но оружие-то почему-то остается реальное. Как это так, интересно, а? Чисто. Чисто. Ладно, пошли отсюда. Так, это я в данный момент нахожусь на втором этаже, да? Тихо, вон там ходит внизу кто-то. Тут вообще непонятно, все заросло травой. Погоди-ка, погоди-ка, впереди. А, стоит, елки-палки, вон он. Ё-моё, блин. Я думал, что меня не видно. Чё, он поднял тревогу, блин, теперь началось. Ё-моё, давай, вылази, урод. Воспоминания называется. Хрен вам, а не воспоминания. Куда побежал, блин? Да что за живучий гад, а? Все, готов. Ну что, есть еще кто-нибудь или нету? Вроде бы как тишина. Все, вроде бы никого нету, я так понимаю, да? Какой, блин,
Вещдок не обнаружен. Вообще, что я тут должен делать-то? Зашел в какую-то, не знаю, компанию, корпорацию. Выхода нету. Хм, странно. Очень странно. По идее, вот это должен быть выход. Ау! Тихо, тихо. Лифт. Ну-ка, дайте-ка нажать. Хрен там тебе. Нажать, ага. Губежки раскатил. Будешь тут... Так, а это что у нас здесь? Это реклама. Навстречу будущему. Научно-техническая конференция Advanced Defense Strategy. Хрень это. А не конференция, блин. Я так понял, что здесь я должен что-то выкрасть. Или разузнать. А ну-ка давайте-ка сюда сбегаем. Блин, идентично. В противоположной комнате. Один в один. Вещдок не обнаружен. Понятно. Чё ж тогда делать-то мне надо здесь, а? Ядрить его на корень. Компьютеры не активируются вообще никаким макаром. Ствол валяется. Так, а это что здесь за реклама? Вещдок не обнаружен. Понятно. Так, а это что здесь? Я, по-моему, не был или был? Это случайно не откуда я начинал, а? Да-да-да, именно отсюда я и начал, ребят. Ну-ка, вези меня обратно. Ни хрена. Чё ж тут делать-то надо, а? Аж раздражает, если честно. Как будто в каком-то этом замкнутом помещении хожу. Мало того, что тут темно, ни хрена не видно, ничего не понятно. Так еще не знаю, что здесь делать надо. Давайте, наверное, вот так вот. С подсветочкой походим, что ли. Ну-ка, давайте-ка, может быть, вот так вот. Сканер этот. Может, где-то что-то можно разобрать. Я хрен его знает уже. Что и делать-то. Украсть прототип и стереть данные. У меня задание, ребят. Украсть прототип. Я вроде бы все оббежал. Никакого прототипа здесь я не нашел. Одни только пустые коридоры. Заросшие мхом. Иначе тут не назовешь это все. Да действительно по кругу бегаю, ребят, смотрите, блин. В одну дверь захожу, из другой выхожу, только в обратной стороне. Нафиг давайте. Я даже не знаю, что делать. По карте вообще ничего не показывается. Вот синяя точка, блин. Ну я возле нее. Вот сюда, да, смотрите. Оп, и все, и тупик. А точка почему-то моргает. По карте моргает. Так, давайте-ка. Какие клумбы? Вроде нет никаких клумб здесь. Смотрите, показывают клумбы мне почему-то, а? На сканере. Замечательно просто. Давайте, я не знаю, может быть, просканируем. Вещдок не обнаружен.
Так, погоди-ка, погоди-ка, что-то зафиксировалось. Действительно, клумба появилась здесь. Хм, и зачем она мне здесь, интересно мне знать? Какой толк-то от нее? Тихо, погоди-ка, что-то еще тут зашуршало. Нет, вот здесь. Ага, вон, смотрите, еще клумба. Только толку-то от этого я не могу понять. Так, здесь у нас лифты. Мне, может быть, как-то выше надо подняться, а? Так, тут ничего нету. Здесь тоже тупик. И опять вниз. В общем, хожу я по кругу. Блин, хоть бы какой-нибудь вражина бы выбежал, чтобы я не чувствовал себя здесь одиноко. Но здесь же я тоже уже был, да? Ну да, вот они, эти лифты. Хотя, погоди-ка, может быть, я к ним не под... Ё-моё, блин! Надо было к лифту подойти, а я их тогда просто обошел. Ага, все, все теперь хорошо, ребята. Едем с вами куда-то наверх. На 12 этаж. Лаборатория прямо над вами. Думаю, туда-то нам и нужно. Осторожно, вы можете встретить директора Роджера Говарда. Он лично руководил разработкой Корнергана. Он никогда не спит, сейчас уже поздно, но он наверняка здесь. Ну, отличные новости ты мне тут рассказал. Главное, что хоть какой-то прогресс пошел, ё-моё. То я там столько набегал кругов. Опа-на. Тихо, ребята. Тут вражины. Где-то здесь. Опачки. Ну и бардак. Удачи с поисками сантехника посреди ночи. Ну, я думаю, что ему сантехник уже не понадобится. Пока, парень. Мне тебе жаль. Так, ну там еще один где-то шоркается. Вернется он обратно, нет? Закурил, гаденыш. Курень убивает, чувак, запомни. Ну, видимо, тебе пофиг. Так, тихо, еще там есть враг. Где-то ходит. По-моему, наверное, ниже этажом. Так, могу сюда пройти? Нет, к сожалению, нельзя. Ладно, ребята, давайте... Погоди-ка, погоди-ка. Он, скорее всего, вот здесь где-то. Вот он, прямо здесь передо мной. Давайте в башню ему. Слушайте, стекло не... Вот так вот сделаем лучше, да? Отлично. Вроде бы пока чисто. Ни хера не вижу. Чё такая темень-то, блин? Сплошная, а? И где этот директор Роджер? Дайте я его пойду вольну, наверное. Если он, конечно, тут и не спит. Тихо, 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 тихо. Стоит он тут, а? Блудный сын. Пока, парнишка. Ночью надо спать, а не шоркаться на работе. Запомни это, сынок. Ну что же, вроде бы как все чисто и спокойно, ребята. Врагов больше нету. Сервера работают. Так, это что такое у нас здесь? Ну-ка дайте читкануть. Ежемесячные новости технологии 23. АДС стремится к новым горизонтам. В общем, ребята,
кому надо читать, пускай на паузу нажмет. Мне как-то не очень интересно тут, что тут у них за компания, что за научно-техническая конференция, блин, решила сделать. Так, ну, про себя я прочитал. В принципе, ничего существенного здесь нету. Кроме как вложила 10 миллионов фунтов в строительство нового лабораторного офисного комплекса на окраине Бирмингема. Вот и все. Очень большие затраты были. Ну что, опять-то здесь, елки-палки, опять какой-то тупик, блин. Это, я так понимаю, тоже лифт, вроде бы. Может быть, нам на нем надо подняться куда-то или наоборот опуститься. Так, вижу кнопочку, давайте нажмем. Ага, все нормально, поехали отсюда. Где тут у нас? Где кнопки, ё-моё, блин. А, вот они. Третий уровень. Так, отлично. Опять те же самые офисы, а? Пустые, безлюдные. Я не помню кода от этой двери. Как я попаду внутрь? Код есть в вашей памяти, мистер Блэк. Просто у вас нет к нему доступа. Осмотритесь вокруг. Иногда самые неожиданные вещи помогают вспомнить. Видите код? Я не понимаю. Вам и не нужно, мистер Блэк. Просто осмотритесь вокруг. Просто осмотритесь вокруг. Ты, блин, такими загадками говоришь, братан, что просто... Я не знаю, блин, осмотритесь вокруг. Ну что, я осмотрелся, и что? Ничего не вижу, блин. Никого нету, все пусто. Осмотритесь вокруг, блин. Вот мутант, а. Ну, еще музыка такая нормальная. Что это? Что это за детские голоса в моей голове, ребята, а? Так. Все чисто. Дайте мне какие-нибудь зацепки. Осмотритесь вокруг. Осматриваюсь. Ничего не вижу абсолютно. Но детские голоса там были, однозначно. Ну, давайте вот сюда, может, куда-нибудь заглянем. Может, тут что прояснится. Так, опять та же самая музыка. Так, погоди-ка. Фото. Так, вижу цифру 4 на футболке. Надеюсь, это хоть как-то мне поможет. Так, ладно, четверка есть. Молоко недопитое. Опа, на еще фото. Девятка, ребята, девяточка. Так, 4, 9 у нас. Так, больше пока ничего не вижу. Так, надо куда-то еще сходить. Видимо, должны быть где-то еще подсказки. Значит, из этих цифр я должен потом, наверное, составить код. Что здесь у нас? Пятерка. 4, 9, 5. Ну, уже что-то. Так, куда еще? Здесь вроде все. Давайте на ту сторону сбегаем. Видимо, я там что-то пропустил. Не посмотрел внимательно на столы. Так и есть. Что это, 7? Это семерка. Так, и вроде бы все, ребята. 4 цифры как раз подходят для пароля. Опа-на, ребят, смотрите, фотографии уже здесь висят. Значит так. 7, 7, 4, 9, 5. 7, 4. Или 4, 7, 9, 5. Я даже не знаю, как лучше-то тут. Так, давайте пробовать. Погнали, 4. Блин, что ты с этим стволом-то гребаным, блин? Так, 4, 7, 9, 5. Неверный код, ё-моё. Так, что можно еще придумать, ребят?
Так, думай, думай, голова. Давайте попробуем так. 7, 4, 9, 5. Блин, нифига. Какая тут последовательность должна быть, а? Думай, Рэй, думай. Так, 7, 9, 4, 5. Вау, бинго. Открылось, ребята. Доступ разрешен. Пошли. И... взаимодействие. Так, флешечку. А здесь, значит, у тебя хватает памяти, да? Все вспомнить, блин. Что именно ты знал? За что именно ты отвечал? Неужели это все по твоей вине? Неужели это ты все начал? Оказывается, вы не просто выкрали Карнерган, вы уничтожили их серверы, стерли данные и устранили следы существования Карнергана. Вы мастер своего дела, мистер Блэк, с этим не поспоришь. Этот Роберт Рамзи, видимо, щедро заплатил. Вот он, прототип какой-то. И что же в нем такого, а? Интересно мне знать. Так, ну что, ребята, пора, наверное, сматываться отсюда, да? Погнали-ка отсюда подальше, а? Не нравится мне здесь находиться. Что-то никуда не могу выйти, наверное. Опа-на! Что за перец? А, вот вы где. Боюсь огорчить, но я начал следить за вами, как только вы вошли в здание. Ваша работа впечатляет, но это шоу пора закончить. У вас моя собственность, я требую ее вернуть. Поймите меня, ничего личного. Охрана, убить его. Ха-ха-ха, нормально. Нормально ты тут придумал, братишка. Щет, что за музыка дурацкая. Так, ё-моё, ну давай, блин. Так, вылази, гад, а, я тебе сейчас башню-то прострелю, блин. Нифига он там шпарит. Ну, давай вылази. Так, отлично. Нет, не отлично, ни хрена, вот сейчас нормально. Блин. Ага, голограммы. Смертельные голограммы, ребята. Но это еще не все. Да какого хрена он стреляет-то с... через стену, блин. Все на той стороне. Бляха-муха, не могу даже... Дай прицелиться. Да ну нафиг, да... Воу-воу-воу-воу, ребята, по-моему, я сейчас крякнул. Дайте куда-нибудь отбежать, блин. Я так понимаю, мне подлечиться ни хрена не получится. Так, ну вроде бы красные полосы прошли. Блин, не полоски жизни, ни хрена. Как определить, сколько у меня чего, блин? Наугад, на ощупь, блин. Так, давай, 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 давай. Вылази, гад. Где ты там, блин? Ну-ка. Что-то не показывает ни хрена, ребят. Ну я же слышу, что бегает урод где-то, а? Может быть, быстренько до лифта... Тихо, 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 не буяйте. Может быть, быстренько мне до лифта добежать и туда прыгануть и уехать отсюда, к чертовой бабушке. Нихера не пойму, откуда бомбит-то? Где он меня видит? Сейчас я тебя, гад, подрежу. А, вот он! Замечательно. Ну что ж, ребята, ладно, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята.